Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такую вот игрушечку для новорожденных, как ее можно связать. Игрушка подойдет от рождения, ее можно сделать в качестве погремушки, то есть ставив в голову тарахтушку. Хотите, можете сделать просто такую вот мягенькую, нежную, удобную для ребенка просто играться, держачок. Также эта игрушка может использоваться в качестве грызунка, если вы в ручку вставите можжевеловые бусины. В принципе, можно ее использовать и играться ребеночку до тех пор, пока будет играться игрушками. То есть с ней можно спать, она является очень мягкой, безопасной. В общем, конечно же, можно сделать вот такую вот замечательную коллекцию игрушечек, то есть в виде вот такого вот колесика ручки можно сделать любую голову, то есть не только жирафика, но, допустим, какую-то зайку, котеночка, собачку и так далее. То есть, в принципе, можно сделать вот такие вот игрушки на основе вот этой. Очень-очень много и очень разные. То есть, ребеночку будет интересно играться и также будет легко изучать животных, цвета и удобно будет держать. То есть, совсем для маленьких детей это очень-очень, так сказать, большая находка. Если вам понравилось и интересно, конечно же, присоединяйтесь, будем вязать с вами вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать три цвета. Это основной желтый, затем вспомогательный белый и черный. Буду вязать крючочком где-то номер 1,7. То есть он у меня в принципе до 2. Вот такой крючочек китайский. Вот пряжа у меня Ализе Белла. Это хлопковая пряжа чистая. 180 метров в 50 граммах. Сравнительно она не тонкая, то есть вот такая вот, не мерсеризированный хлопок, обычный. Вот, теперь нам понадобится две глазки-бусинки. Вот такие вот. Я буду использовать, в принципе, среднего диаметра. Хотите, можете побольше, поменьше. В общем, на ваше усмотрение. Потом можете взять любые, в принципе, бусинки-глазки. Также можно глазки вышивать. Поэтому не обязательно использовать бусинки, а более безопасный это вышивка. Теперь же можете вовнутрь в голову вложить вот такой вот киндер. У меня яичко голубое, в принципе, всегда оно желтое. Поэтому можете использовать вот такое вот положение. В качестве тарахтушки можете положить вовнутрь несколько бусинок, либо пуговичек. Можете использовать также фасолинки. Вот, теперь иголочка для пришивания деталей большая. И наполнять я буду вот такой вот. Наполнитель у меня силиконизированные шарики, в общем, холофайбер. Также ножнички для обрезания кончиков ниточек. Конечно же, нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем вязать. Начнем мы вязание с головы, поэтому берем ниточку белого цвета, делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и в колечко набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Придерживаем последнюю петельку на крючке, стягиваем колечко. У нас получился вот такой вот кружочек. Первый ряд связали. Теперь нам нужно во втором ряду в каждую из 6 петелек сделать по прибавочке. То есть провязываем в каждую из петелек над столбиком предыдущего ряда по 2 столбика без накида. Находим первую петельку и параллельно начинаем завязывать вот этот кончик, когда мы начали делать колечко. То есть вот мы вдели петелечку первую, кладем кончик на крючок и захватываем рабочую ниточку, провязываем столбик без накида. В эту же петелечку возвращаемся, провязываем еще один столбик без накида. В следующую петелечку столбик первый, столбик второй. В третью петелечку столбик первый, сюда же столбик второй. Четвертую петелечку столбик и сюда же столбик. Пятую петелечку столбик первый и столбик сюда же второй. Последняя шестая петелька, первый столбик и сюда же второй. В конце ряда у нас 12 столбиков без накида провязано. Теперь нам нужно вот этот вот краешек ниточки, который мы с вами уже запрятали, отрезать, чтобы он нам не мешал, и нам эта ниточка пригодится. Отрезаем ее и отмечать ей будем начало ряда. То есть вот так вот
ставим ее в начало ряда, отметив первую петельку. Вот так вот. И теперь будем чередовать в третьем ряду столбик без накида в первую петелечку, во вторую 2 столбика без накида, то есть прибавочку. Снова в третью петелечку столбик, в четвертую делаем прибавочку, 2 столбика без накида в одну петельку. Снова 1 столбик в следующую петелечку, 2 столбика прибавочку. Столбик в следующую петелечку, 2 столбика. Столбик и в следующую петелечку 2 столбика. Столбик последний раз, шестой. И в следующую петелечку, последнюю в ряду, 2 столбика. Первый столбик и сюда же второй. Мы связали третий ряд. По кругу у нас 18 столбиков без накида. Ставим нашу ниточку в начало четвертого ряда. И сейчас мы будем чередовать уже 2 столбика без накида, прибавочка. То есть в первую петелечку провязываем столбик без накида, во вторую столбик без накида, второй. И в третью провязываем 2 столбика без накида в одну петелечку. Снова повторяем столбик, в следующую петелечку столбик и в третью петелечку 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, столбик, 2 столбика, прибавочка. Столбик, в следующую петелечку столбик и в третью петелечку прибавочка, 2 столбика без накида в одну петлю. То есть мы, получается, в каждом ряду добавляем по 6 столбиков без накида. И в конце каждого ряда добавляется 6 столбиков без накида. 6 раз чередуем. И снова столбик, столбик, 2 столбика без накида в одну петлю. И последний шестой раз столбик, столбик, последнюю петелечку провязываем, 2 столбика без накида. Первый и сюда же второй. Сделали последнюю прибавочку. В конце этого ряда четвертого у нас 24 столбика без накида. Теперь нам нужно провязать пятый ряд. Пятый ряд ставим начало, вот эту нашу коротенькую ниточку отмечаем начало ряда. И эти 24 столбика по столбику без накида в каждую петлю по кругу нам нужно провязать. Без изменения, без прибавления. Итак, в первую петельку первый столбик, в следующую второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, 20, 21, 22, 23 и 24. Провязали по кругу в каждую петельку по столбику без накида. Сейчас шестой ряд ставим отметочку в начало ряда, вот так вот, и провяжем, чередуя уже 3 столбика без накида, в четвертую петельку делаем прибавочку. Итак, в первую петлю столбик, во вторую столбик, в третью столбик, а в четвертую прибавочка 2 столбика без накида, провязываем в одну петелечку. Снова первый столбик, второй столбик, третий столбик, прибавочка, четвертый и пятый в одну петлю. Снова первый столбик, далее второй столбик, третий столбик, а в четвертый провязываем четвертый и пятый столбик без накида, то есть прибавочка. Итак, чередуем 3 столбика без накида в каждую петельку по столбику, а в четвертую делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Итак, нам нужно сделать 6 раз. Сделали последнее прибавление в ряду. Теперь у нас добавилось 6 столбиков, то есть 30 столбиков без накида по кругу. Седьмой ряд мы так и провяжем в каждую петелечку по столбику. То есть 30 столбиков без накида мы провяжем по кругу. Итак, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29 и последние. Последнюю петелечку, последний столбик, 30. У нас по кругу провязано 30 столбиков без накида. Вытаскиваем маркер и ставим начало 8 ряда. Теперь мы будем уже чередовать прибавление через 4 столбика. То есть провязываем в первую петелечку столбик, во вторую петелечку второй столбик, в третью петелечку третий столбик и в четвертую провязываем четвертый столбик. А в пятую петелечку провязываем пятый и шестой столбик. Снова первый столбик,
второй столбик, третий столбик и четвертый столбик. А в пятый столбик провязываем пятый и шестой. То есть делаем прибавление в каждый пятый столбик. И так мы будем прибавлять до конца ряда. Довязали восьмой ряд прибавлений. У нас в конце ряда по кругу 36 столбиков без накида или 36 петелек. Теперь нам нужно снова маркер поставить в начало ряда. И начиная с 9 по 11 ряд, то есть 9, 10, 11 ряд, мы будем провязывать в каждую петелечку по столбику, то есть в каждом ряду по 36 столбиков. Если мы 36 умножим на 3 ряда, получается 108 столбиков без накида. Поэтому я, начиная с первого столбика, буду отсчитывать просто 108 столбиков без накида. Хотите, можете просто в конце каждого ряда снимать вот этот маркер, нашу ниточку, и ставить начало ряда, либо использовать счетчик для рядов. Я начинаю отсчитывать 108 столбиков. Итак, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 102, 103, 104, 105, 106, 107 и 108. 108 я не довязываю, а смотрите, получается, захватываю рабочую ниточку, у меня на крючке недовязанная петелечка, недовязанный столбик без накида, последний, 108, вот так вот. И беру уже ниточку желтого цвета, вот он у меня желтый цвет, и довязываю уже верхушку столбика без накида желтым цветом. Вот таким образом мы сейчас будем вводить ниточку другого цвета. То есть, смотрите, мы, начиная с 12 ряда, сменяем на желтый цвет, и по 17 ряд, то есть получается 12, 13, 14, 15, 16 и 17, 6 рядочков, мы провязываем по кругу, продолжаем 36 столбиков без накида, но уже, как вы поняли, желтым цветом. Если мы 6 умножим на 36 столбиков без накида, 6 рядочков, то получается 216 столбиков без накида нам нужно провязать. Либо просто отсчитываете 6 рядочков. Начинаю я провязывать первый ряд уже желтым цветом. Вот так вот. То есть как бы продолжаю провязывать такими же столбиками без накида. И параллельно я буду ввязывать в этом ряду белый цвет. То есть я вдеваю ниточку, крючок петелечку, сверху одеваю ниточку белого цвета и провязываю столбик без накида. То есть я в этом ряду просто провязываю по 36 столбиков, как и по каждом последующем, но при этом завязываю рабочую белую ниточку. А в следующем ряду я завяжу остаток вот этой желтенькой ниточки, то есть чтобы мне не было громоздко здесь обвязывать, я обвяжу в каждом ряду по ниточке. Вот этот маркер можете пока вытащить, он нам пока абсолютно не нужен. Вот, мы пока его использовать не будем. У нас уже четко виден переход из цвета в цвет, поэтому вы видите уже здесь у нас начало ряда. И теперь смотрите, обвязав белую ниточку, я уже ее отрезаю, она мне больше не нужна, а желтой я продолжаю вязать до конца 17 ряда. Просто вяжу в каждую петелечку по столбику, 36 столбиков в ряду, 6 рядочков. И хотите, можете, еще раз повторюсь, отсчитывать 216 столбиков без накида, а можете просто смотреть на ниточку измененного цвета, то есть уже на желтый цвет у меня в данном случае, и считать первый ряд, затем провяжите второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Провязав не до конца второй желтый ряд, я постепенно начинаю вводить черный цвет для пятнышек. То есть смотрите, как я делаю. Я беру, снова захватываю рабочую ниточку, на крючке у нас две петелечки, то есть недовязанный столбик без накида. Делаю вершинку черным цветом, желтую ниточку я не отрезаю, обратите внимание. Просто делаю вершинку черным цветом. Затем я провязываю буквально несколько столбиков без накида, то есть 2, 3, 4, не трогая желтую ниточку рабочую. Я завязываю черный цвет, провязывая столбики без накида. То есть вот этот крайний краешек
при введении нового цвета я его завязываю, делаю 2-3 столбика, можно 4, давайте 4 сделаем. Но при этом четвертый столбик я делаю уже снова не полный, не довязанный столбик, а верхушку довязываю основной ниточкой, то есть желтого цвета. Черный я пока не отрезаю. Продолжаю до конца этого ряда довязывать вот так вот желтой ниточкой. И начинаю новый ряд обвязывать уже до места того, где у нас пятнышко. Можно еще одно пятнышко где-то здесь сделать. То есть давайте еще сделаем пятнышко. Как мы его сделаем? Смотрите, мы немножечко оставим здесь для завершения этого пятнышка. Буквально сантиметров можете оставить 5-7. В общем, вот так вот. Оставляете здесь для одного пятнышка краешек ниточки. А здесь мы сейчас вот через буквально сантиметра 2 мы сделаем еще новое пятнышко. То есть мы вяжем столбики без накида, вяжем. Вот так вот. И, допустим, хотим пятнышко сделать здесь. Мы не довязываем столбик без накида. Вводим ниточку черного цвета. Делаем макушку ей черным уже. Теперь ложим или кладем черную ниточку на рабочую поверхность петелек. Желтую сзади мы оставляем и не трогаем. А дальше продолжаем вязать 2-3 петли. 4 столбика в зависимости от того, какого размера вы хотите пятнышко. Ну, к примеру, вот 3 столбика без накида я провяжу. Третий я не довязываю, а ввожу уже рабочую ниточку, делаю макушку желтым цветом. И дальше продолжаю вязать я желтым цветом. То есть черный я уже не трогаю, но и не отрезаю. Смотрите, мы довязываем желтым цветом до следующего пятнышка. Там, где мы с вами вводили первый раз, можно вот этот черный краешек, который мы с вами завязываем, можно его отрезать. В принципе, он будет в серединке, поэтому, если он вам мешает, можете отрезать. Если он не мешает, можете пока не трогать. То есть, это тот краешек, который мы завязываем. Итак, черный с этой стороны пока не трогаете. Мы довязываем до черного первого пятнышка провязанного. Вот так вот, смотрите, просто столбиками. Это у меня уже третий желтый ряд, если вы хотите в точь-в-точь, как у меня. Абсолютно не важно, где вы сделаете эти пятнышки, они будут у нас непроизвольные по всей поверхности головы. Итак, вот я дошла до черного первого пятнышка. Я провязываю над первым черным столбиком столбик без накида желтым цветом. В следующий ввожу ниточку, не довязывая столбик, а беру уже черную ниточку, которую мы с вами оставляли, не отрезая. Вот она у нас краешек. Беру, довязываю ей макушку. И дальше довязываю буквально 2 столбика черным цветом. Вот этим, который мы оставляли. Вот я довязала черным цветом 1. Второй не довязала. Я второй довяжу уже желтым цветом. Вот так. А черную ниточку, краешек, нам нужно теперь вязать в основное вязание. То есть мы прячем краешек ниточки, провязывая столбики желтым цветом. Вот так вот. То есть мы просто как бы в таком хаотичном, скажем так, неважно, где вы эти пятнышки сделаете, как. Буквально я буду делать вот так вот по 2 ряда, то есть первый ряд, и возвращаясь через этот ряд, второй ряд, я делаю поменьше столбиков. Вот эту ниточку, которую мы с вами вязали, я ее отрезаю, она мне в работе абсолютно не нужна. Хотите, можете делать постепенно, то есть сделайте одно пятнышко, затем присоедините ниточку, второе пятнышко. Но так как мы сделали одновременно 2 пятнышка, то я вот сейчас довязываю желтым цветом до второго пятнышка своего. И, дойдя до него, я сейчас покажу, как я сделаю здесь. То есть вот оно у вас пятнышко. Я до него довязала. Ну, допустим, я не хочу довязывать последний столбик. Я беру, не довязывая его, делаю общую макушку черным цветом.
Желтенький немного подтягивайте, если у вас петельки привытянутые. И теперь черным я провязываю, ну, допустим, 2 столбика без накида. Один и второй я не довязываю, а уже делаю желтую вершинку. Сделала желтую вершинку. Теперь я провязываю желтым цветом, а черный я вот так вот прячу кончик. То есть кладу на вязание и завязываю постепенно. То есть 2-3 столбика без накида. Я думаю, больше не стоит. Никуда у нас эта ниточка не денется. Мы ее завязали и отрезаем черного цвета. Желтого мы никогда не отрезаем, мы ей вяжем. Это основная наша рабочая ниточка, поэтому варьируем мы черный только цвет. И дальше продолжаем вязать вот так вот столбики без накида. И там, где вы хотите, делаете пятнышки. Делаете пятнышки не обязательно пятнышко над пятнышком. Вот, смотрите, у нас получается буквально по 2 ряда в любом направлении абсолютно, в любом месте. Делайте в шахматном порядке, можете как-то высчитывайте по-особенному, в общем, ровненько, неровненько. Но так как это жираф, то, в принципе, пятнышки у него, как вы помните, не в шахматном порядке, не пятнышко над пятнышком, а в любом абсолютно месте. Поэтому делаем вот такие пятнышки. Я больше не буду показывать, как я их буду делать, то есть где я их буду делать. Вы уже смотрите на свой вкус и цвет. Единственное, что я вам посоветую. Смотрите, у вас снизу вот переход из ряда в ряд. То есть вот заканчивается белый ряд и продолжается желтый. Вот это представьте, что у вас низ, вот это вверх. То есть вот исходя из этого, вы смотрите, где вы хотите, чтобы были у вас пятнышки. Единственное, рекомендую, что где-то приблизительно на расстоянии вот таком у вас будут глазки. Если глазки будут у вас черные, к примеру, то, соответственно, их на черных пятнышках не совсем будет видно. Поэтому не делайте вот здесь, где у вас глазки, а просто постепенно так ввязывайте, ввязывайте черный цвет. Буквально, еще раз повторюсь, 2 ряда в высоту и где-то 2-3 4 максимум столбика без накида в ширину. Соответственно, в следующем ряду вы либо раньше начинаете, либо позже провязывать столбики. То есть для того, чтобы было красивенькие переходы и просто вот такие, как вы видите, совсем не запланированные рисунки пятнышек. В общем, вяжем наши 6 рядочков желтого цвета и постепенно, где хотите, вводим в черные вот такие вот рядочки. Связали до конца 6 рядочков. Вот, как вы видите, я сделала всего 3 пятнышка. И сейчас мы ставим снова нашу ниточку, маркер, в начало этого ряда. И, как вы помните, мы закончили прибавление на 4 столбиков без накида и делали в 5 прибавление. Сейчас мы будем снова делать прибавление, но уже чередуя 5 столбиков без накида и в 6 делать прибавление. Итак, начинаем. Первый столбик, столбик. Во второй столбик, столбик, в третий столбик, далее в четвертый и в пятый. А в шестой провязываем прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. Снова 1 столбик, 2 столбик, 3, 4 и 5. А в шестой столбик делаем прибавление. 6 столбик без накида и 7 мы провязываем в одну петлю. Итак, мы будем чередовать 5 столбиков без накида, прибавления до конца ряда. 18 ряд довязан, и мы в нем сделали 6 прибавлений череды. Теперь смотрите, 19 ряд мы поставим маркер в начало ряда и полностью этот ряд провяжем без изменения, то есть каждую петелечку столбик без накида. Получается, у нас было 36 по кругу, мы добавили еще 6 столбиков, значит 42 столбика без накида мы сейчас провяжем в каждую петелечку по столбику 42 раза. Итак, 3, 4 и так далее, то есть 5, 6 до 42, то есть до отметочки нашего маркера. Либо, если вам будет видно и проще, то у нас здесь идет переход цвета, это и есть начало ряда. Я провязала 42 столбика по кругу. И теперь смотрите, начиная с 20 ряда мы будем делать убавление. Я уже, как вы видите, ввела снова очередное пятнышко, буду делать. И теперь смотрите, мы делали прибавление до 5 столбиков без накида, а затем делали прибавление. Точно так же в прямом обратном направлении мы будем вязать убавление. То есть смотрите, мы будем сначала в первом ряду провязывать 5 столбиков убавка, затем чередовать
В следующем ряду 4 столбика убавка, затем 3, затем 2, 1 и так, пока не закончатся у нас петельки по кругу. Смотрите, мы начинаем убавление с 5 столбиков убавления. Теперь хотите, можете переставлять вот эту ниточку как маркер в каждом ряду. Но я ее поставила и буду знать, что у меня каждый ряд будет заканчиваться просто убавлением. Поэтому, провязав по кругу, заканчиваем убавлением, значит, у нас закончился ряд. Хотите, можете отмечать счетчиком рядов. То есть, в принципе, как вам удобно. Итак, начинаем чередовать 5 столбиков без накида убавка. Первый столбик в первую петлю, второй столбик во вторую петлю, третий в третью, четвертый в четвертую, пятый в пятую. А затем делаем убавление. Убавление можно сделать двумя способами. Можно захватить с первой петелечки, с первого столбика полупетлю и со второго столбика полупетлю. И сделать вот эти три петли общей вершинкой. А можно сделать более красивое убавление, которое не будет слишком так заметно глазу. Мы берем с первой петелечки полупетлю переднюю и со второй петелечки полупетлю переднюю. И вяжем столбик без накида за эти две полупетли. Снова чередуем первый столбик, в следующую петлю второй, в следующую третий, в следующую четвертый и в следующую пятый. А затем снова берем две передние полупетли и за них провязываем столбик без накида. Снова первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый. А затем за две полупетелечки провязываем столбик без накида, тем самым делаем убавление. Опять считаем первый столбик, второй столбик я не довязываю, а уже меняю, у меня здесь пятнышко. Затем я провязываю уже черным третий столбик. Будет мне тяжеловато. Четвертый столбик я не довязываю, а меняю ниточку на желтую. И затем пятый столбик провязываю. При этом я буду прятать вот этот краешек черной ниточки. Итак, провязали 5 столбиков. У вас, если здесь пятнышка нет, то вам хорошо. А затем 2 полупетелечки захватываем и делаем после 5 столбиков 6 и 7 столбик убавления. Затем снова отсчитываем первый столбик, второй столбик, далее третий, четвертый и пятый. А шестой, седьмой за 2 передние полупетли провязываем столбик без накида, убавочку. И снова первый столбик, второй столбик, второй столбик. Да что у меня второй не получается. Второй, третий, четвертый, пятый. А смотрите, остается 2 столбика. Как я вам и говорила, конец ряда у нас убавлением заканчивается. Сделали последнее убавление за 2 передние стеночки. Столбик без накида. У нас закончился первый ряд убавления. Мы убавили 6 раз по столбику без накида, провязав 6 и 7 столбик вместе за передние стеночки. Теперь смотрите, 21 ряд мы будем чередовать уже 4 столбика без накида, 5 и 6 делать убавление. Итак, первый столбик в первый, далее второй столбик во второй столбик, третий столбик в третий и четвертый в четвертый. А 5 и 6 за передние 2 стеночки провязываем столбик без накида, 2 петелечки вместе. Снова 1 столбик, 2 столбик, 3 и 4. А 5 и 6 провязываем столбик без накида, 2 столбика за передние полупетли вместе. И смотрите, не забывайте за пятнышки, за наши. Вы их делаете там, где считаете нужным. Хотите чаще, хотите реже делайте. В общем, продолжаем убавление до конца ряда. Если у вас есть желание, можете где-то ставить пятнышко. Я буду дальше продолжать 4 столбика убавления, 4 столбика убавления.
Закончили ряд убавления и приступаем к 22 ряду. В 22 ряду мы снова сокращаем количество столбиков между убавлениями. Поэтому провязываем 3 столбика без накида, 4 и 5 вместе убавлением. 1, 2, 3, 4 и 5 вместе убавлением за передние стеночки, столбик без накида. Снова 1, 2, 3, убавление. 1, 2, 3, убавление. Не забываем за пятнышки черные. И чередуем 3 столбика убавления, 3 столбика убавления до конца ряда. Провязали 6 убавление, привытяньте петельку. И как раз таки это момент, когда вы можете засунуть яйцо, вот эту тарахтушку, в голову. Но немножечко рекомендую вам еще набить холофайбером вокруг, чтобы, во-первых, яйцо не билось, скажем так, ну не было таким твердым. А во-вторых, оно меньше, чем размер головы, поэтому немножечко по стенкам, сначала в начало вот сюда вот в носик головы немножечко проденьте холофайбером, затем выдеваете яйцо, и вокруг яйца еще немножечко вам нужно наполнить холофайбером. Вот, теперь смотрите, у нас получается провязан 22 ряд, мы чередовали 3 столбика. Теперь в 23 ряду у нас получается в начале по кругу 24 столбика без накида. Поэтому мы будем делать убавление через каждые 2 провязанные столбика без накида. То есть столбик-столбик, 3-4 столбик это убавление. Столбик-столбик, 3-4 убавление. Итак, первый столбик провязали в следующую петельку, второй и 3-4 за 2 передние полупетли провязываем столбик без накида. Снова столбик, столбик и 3-4 у вас идет убавление. Столбик, столбик, 3-4 убавление. У меня еще пятнышко здесь, поэтому я буду с пятнышком здесь смотреть, как мне будет удобно вязать. И продолжаем провязывать, чередуя 2 столбика убавления, 2 столбика убавления. И у нас в итоге должно по кругу получиться 18 столбиков. По кругу у нас 18 столбиков без накида. Я предлагаю вам как раз таки сейчас, в данный момент, наполнить холофайбером. Если же у вас без какой-то тарахтушки внутренней. То есть, если просто она у вас, как у меня, холофайбером, то, соответственно, это вот такой момент, когда нам нужно наполнить. Потому что потом у нас уже постепенно, вы видите, идет уменьшение. И будет такое отверстие небольшое, и будет неудобно наполнять. В общем, сейчас наполняем мы довольно-таки плотненько, чтобы у нас голова имела красивую форму. Хорошо проталкиваем вот сюда в носик, в стороны, и чтобы у нас вот такая вот красивенькая получалась голова, мы будем ее наполнять. В общем, наполняем мы голову и будем до конца вот здесь вот делать уменьшение петелек по кругу. Снова одеваем петельку на крючок. И перед тем, как наполнять, мы с вами делали убавление через 2 столбика чередования. А теперь будем убавлять через столбик. То есть провязываем в первую петелечку столбик без накида, а второй и третий за передние стеночки полупетелечек провязываем столбик без накида. То есть сейчас мы чередуем столбик без накида, убавка, столбик без накида, убавка. Немного будет неудобно, так как приходится придерживать наполнитель, чтобы он у вас не вылетал. Вот. Но вы постарайтесь, и главное, как говорится, начать. Сейчас мы чередуем столбик без накида, убавление. Снова убавляем 6 столбиков по кругу, поэтому в конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Сделали чередование столбика и убавления. У меня так совпало, что пятнышко с последним убавлением, в общем, сделано. Поэтому сейчас у нас 12 столбиков без накида. Мне нужно будет спрятать вот эту ниточку в начале этого ряда. Смотрите, сейчас мы будем делать 6 убавлений подряд. То есть 12 мы будем провязывать по паре 6 раз. И я буду сразу прятать краешек ниточки. Если вы считаете, что у вас до конца наполнена голова, все замечательно, то можете делать это последнее убавление. Если же у вас немного пустовато здесь, или голова такая вот немного, ну в общем, бесформенная, то рекомендую вам донаполнить немного голову, так как это задняя часть головы. Если вот посмотрите, то это носик.
Вот это задняя часть головы, затылок. Поэтому рекомендую вам еще немножечко наполнить, если вам кажется, что недостаточно. И лишь после этого делаем подряд 6 убавлений за передние стеночки, то есть 12 петелек провязываем каждую по паре. И у нас получится в конце 6 столбиков без накида, с которых мы начинали кольцо амигуруми, 6 столбиков. И мы тогда их просто стянем иголочкой. Сделали 6 убавлений, по кругу у нас 6 столбиков без накида. Теперь мы вытаскиваем вот эту ниточку маркер, она нам больше не нужна. И вытаскиваем вот эту петельку, где-то сантиметров 10, можете чуть больше оставить и отрезать ниточку. Что мы делаем? Мы эту ниточку вдеваем в иголочку. Вот что у меня получается ниточка и голова. Вдеваем в иголочку и будем сейчас делать сборку 6 петелек. Берем, поворачиваем к себе вот этими петельками. И что мы делаем? Смотрите, мы нанизываем каждую по очередности петельку снизу вверх. Снизу вверх. Это третья петля у меня. Снизу вверх четвертая петля. Снизу вверх пятая петля. И снизу вверх шестая петля. А теперь смотрите, мы эти петельки хорошо подтягиваем, чтобы у нас было ровненько все по кругу. И прячем краешки в серединку. То есть вот так мы несколько стежочков сделали по кругу, а затем прячем в серединку полностью наше окончание. То есть смотрите, вот что я делаю. Я продеваю сквозь серединку с внутренней стороны и вытаскиваю с боковых сторон. Можно иголочку взять побольше, как вам удобнее. Я взяла обычную, соответственно, немножечко мне тяжеловато ее продевать. Вот, смотрите, мы стянули заднюю часть затылочек. Никакой дырочки здесь нет, никакой шероховатости, абсолютно ничего. У нас просто вид вот такого вот столбика без накида рядочка, вот стянутого. И наша голова готова. Нам ниточку можно уже обрезать. Она у нас закреплена благодаря тому, что мы ее пропустили через серединку. И вот посмотрите, что у нас получилось. У нас получилась пятнистая голова, беленький носик. И вот так вот у нас будет выглядеть мордочка. Смотрите, мы находим нижнюю часть. Вот она у меня переход цвета. Вот она снизу. И вот так выглядит наша верхушка-макушка. То есть я думаю, что у вас все получилось. Если вы вовнутрь засовывали киндер-тарахтушку, то, соответственно, у вас она будет тарахтеть голова. Если же не засовывали, как у меня, то просто получается мягенькая. Теперь мы приступаем к вязанию туловища. Туловище у нас кругленькое в виде трубочки. Поэтому мы будем вязать ниточкой основного цвета, здесь уже на ваше усмотрение. Хотите, можете связать однотонное желтое туловище. Хотите, можете делать такие же пятнышки, как мы делали на голове. То есть вот такие вот черненькие пятнышки. Я буду делать с черненькими пятнышками в непроизвольных местах. Поэтому отступаем где-то сантиметров 15 ниточки для пришивания. Оставляем ее краешек. И начинаем набирать цепочку из 13 воздушных петелек. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Набрали цепочку из 13 петелек, не перекручивая ее, находим первую петельку и замыкаем соединительным столбиком в круг. Наше вязание замкнуто в круг. И начиная с первого столбика, вот здесь вот с первой петелечки, мы начинаем провязывать по кругу столбики без накида. То есть по кругу нам нужно провязать 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, далее 5, 6 и так далее. То есть провязываем в каждую воздушную петельку столбики без накида. Вяжем туго. Нам нужно связать трубочку где-то приблизительно, чтобы она у нас получилась такой длины, и мы могли ее как бы сделать так вот, закрутить полукругом или в виде подковы. В общем, нам нужно связать по кругу вот такими столбиками. 13 столбиков
без накида 50 рядочков. В эти 50 рядочков я буду ввязывать где-то через 3-4 рядочка в непроизвольных, еще раз повторюсь, местах, пятнышки. Как я вам показывала, столбиками без накида 2-3-4, то есть смотря, в общем, где и как я хочу, чтобы располагались пятнышки. И мы вяжем по спиральке, то есть вот так вот начинаем, заканчиваем, начинаем, заканчиваем. В общем, нам нужно связать трубочку. Вот эту ниточку при наборе воздушной цепочки мы вытаскиваем на лицевую сторону. То есть, и у нас, начиная отсюда, будет вот так вязаться трубочка 50 рядочков. Думаю, здесь все понятно, поэтому продолжаем вязать по кругу, по спирали. Я провязала с вами один ряд 13 столбиков. И вам нужно дальше продолжать второй, третий, четвертый. И если хотите вязать не однотонными, то вам нужно будет вставлять пятнышки из черного цвета. Я довязала трубочку, посмотрите, у меня вот вязаны в нескольких местах вот такие замечательные черные пятнышки. Длина у меня в 50 рядочков достаточно для того, чтобы сделать вот такую вот ручку для нашей игрушки. То есть смотрите, что мы сейчас делаем. Мы, довязав последний 50 ряд на уровне там, где мы начинали вязать, то есть если вы повернете, вот оно начало ряда, вот оно, и мы точно так же заканчиваем, делаем следующую петелечку, соединительный столбик, и отрезаем ниточку, оставляем где-то сантиметров 15 для пришивания. Отрезав ниточку, мы вытаскиваем ее вот так вот после соединительного столбика и через внешнюю сторону, в серединку вытаскиваем вот так вот ниточку. То есть мы как бы завершили кружочек наш. Такая трубочка получилась замечательная. И мы сейчас должны ее наполнить. Наполняем мы ее туго и равномерно, для того, чтобы она у нас при том, как мы ее будем сгибать вот так, не была приплюснутая, неровная, некрасивая, в общем, с какими-то, в общем, изгибами плотными. То есть она у нас должна быть красивая и плавно переходящая вот так вот ручка. Наполняем мы сначала с одной стороны до середины, потом с другой стороны. То есть равномерненько наполняем с обеих сторон. И получится замечательная такая вот ручка наша. В принципе, можно в серединку, вот здесь вот, где у нас средняя часть, засунуть такого же диаметра, как у нас ручка, 3 слингобусины. То есть получится не только как в виде ручки, но и как грызунок. То есть ребеночек может вот здесь вот будет зубками грызть. Ну, в принципе, меня попросили мягенько сделать, то есть чтобы все было мягко, безопасно и ровно, поэтому я сюда не буду засовывать слингобусины и как бы, соответственно, не будет слишком тяжелая игрушка сама по себе. В общем, наполняем ручку и приступаем к оформлению головы. Сейчас мы с вами будем вязать ушки. Ушки я буду вязать чисто желтым цветом, поэтому делаю кольцо амигуруми и закрепляю его. В колечко нам нужно набрать 6 столбиков без накида. Первый столбик, сильно не затягивайте. Второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Берем последнюю петельку, придерживаем и стягиваем за краешек короткий наше колечко. Теперь нам нужно сделать в этом ряду прибавление. Прибавление мы будем делать нестандартным способом, поэтому, начиная с первого ряда прибавления, мы будем чередовать 1 столбик без накида, прибавочка, 1 столбик без накида, прибавочка. И так 3 раза. Находим первую петельку, я сразу на нее кладу короткий краешек ниточки и провязываю вместе с этой ниточкой первый столбик, для того, чтобы ввязать сразу этот краешек. Во вторую петельку я делаю прибавление, то есть провязываю 2 столбика без накида в одну петлю. Снова я провязываю в третью петелечку столбик без накида, в четвертую я провязываю 2 столбика без накида в одну петлю. В пятую я провязываю столбик без накида и в последнюю шестую петелечку я провязываю 2 столбика без накида, то есть третье, последнее убавление в этом ряду. Все, ниточки, краешек у нас завязан, он нам не нужен, мы можем, в принципе, его отрезать. Если он вам не мешает, продолжаем вязание дальше. У нас сейчас после провязывания второго ряда с прибавлениями 9
петелечек, то есть 9 столбиков без накида вместе с прибавлениями. В третьем ряду мы с вами так и провяжем 9 столбиков без накида в каждую петлю по столбику. Итак, начинаем отсчитывать первый столбик, следующую петелечку второй, следующую третий, следующую четвертый, затем пятый. У вас немножечко будет закругляться ваше вязание, ничего страшного. Шестой, далее седьмой, восьмой и девятый. Все, немножечко закруглили наше вязание. Теперь снова делаем прибавление. Чтобы вам было удобно делать прибавление, возьмите кусочек нейтральной ниточки, то есть другого цвета, и отмечайте начало каждого ряда нового. Хотите, можете вот этот краешек ниточки, который у вас остался, отрезать и им отмечать начало ряда. Теперь смотрите, в четвертом ряду мы будем чередовать уже 2 столбика без накида прибавления. И тоже 3 раза у нас получится. Итак, столбик первый, в следующую петелечку столбик второй. А в третий столбик делаем прибавление. 2 столбика без накида провязываем в одну петлю. Это первый раз. Теперь снова столбик первый. В следующую петелечку столбик второй и в третий столбик 2 столбика без накида, то есть делаем прибавочку. Это второй раз. И точно так же делаем третий раз. Столбик, столбик, прибавление. Столбик, следующую петелечку столбик и в третью петелечку делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. В конце четвертого ряда у нас по кругу 12 провязанных столбиков вместе с прибавлениями. Поэтому в пятом ряду мы с вами провяжем при вытащив наш маркер подряд 12 столбиков в каждую петлю по столбику. Итак, первый, второй столбик в следующую петлю, третий столбик в следующую петлю, четвертый в следующую. Далее в следующую пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и последний столбик двенадцатый. Все, в конце пятого ряда мы с вами провязали столбики без изменения 12 штучек. И все-таки я отрежу сейчас вот этот краешек ниточки, он мне уже начинает немножечко ввязываться в вязание, чтобы не мешал. Теперь смотрите, в шестом ряду мы с вами снова отметим ниточкой начало ряда и снова сделаем 3 прибавления. 3 прибавления будем чередовать через 3 столбика без накида, то есть провязываем подряд 3 столбика в каждую петелечку по столбику 3 раза. А в четвертую петелечку, в четвертый столбик предыдущего ряда мы провяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик 1, следующую петелечку столбик 2, следующую петелечку столбик 3 и в четвертый провязываем второе прибавление в этом ряду. Снова столбик, 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 3 раза по столбику в каждую петелечку. И в последний раз мы сделаем прибавление в этом ряду. 2 столбика без накида, четвертую петелечку. То есть она у нас по счету 12. Все, мы сделали снова 3 прибавления. У нас в конце этого ряда 6 прибавлено 3 петельки или 3 столбика без накида, поэтому уже 15 столбиков по кругу. Седьмой ряд мы снова сделаем ряд с прибавлениями. То есть снова прибавим 3 петелечки подряд. Мы сейчас не сделаем ряд между ними просто столбиков, как мы это делали, а сразу начинаем делать 4 столбика по столбику в каждую петелечку. И в пятую делаем прибавление петелечку. Итак, столбик первый, столбик второй, столбик третий, столбик четвертый. И в пятый столбик делаем первое прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю провязываем. Снова столбик 1, столбик в следующую петлю 2. В следующую петелечку столбик 3. И в следующую столбик 4. А затем делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И последний третий раз мы сделаем 3
столбиком 1, 2, 3 и четвертый столбик. Пятый делаем прибавление. 2 столбика без накида провязываем в одну петелечку. Еще прибавили 3 столбика в этом ряду. По кругу у нас 18 столбиков без накида. В восьмом ряду нам нужно провязать в каждую петелечку по столбику по кругу, то есть 18 столбиков без накида. Провязали по кругу 18 столбиков. И теперь в девятом ряду снова сделаем прибавление. Чередуя 5 столбиков без накида, прибавление 3 раза. Итак, первый раз 1 столбик в следующую петлю, второй, далее следующую третий, следующую четвертый и в следующую пятый. А затем в шестую петелечку делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю провязываем. Это первое прибавление. Далее снова 5 столбиков. 1, 2, далее 3, 4, 5. 3, 4, 5. И делаем второе прибавление. И последний раз, третий. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. И в шестой делаем прибавление. 2 столбика без накида провязываем в одну петелечку. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. И в последний, шестой, делаю прибавление. 2 столбика без накида в одну петелечку. Мы, смотрите, снова сделали 3 прибавления. 18 плюс 3 – это 21 столбик. В 10 ряду так мы и провяжем 21 столбик без накида в каждую петелечку по столбику. Провязали по кругу 21 столбик и, в принципе, 10 рядочков – это и есть наше ушко. Чтобы его было удобно пришивать, нам нужно сейчас сделать вот такую вот штучку. Вытаскиваем маркер и соединяем полностью 2 края. Вот они у нас, 2 половинки. Соединяем вместе и через обе стороны, вот так вот, вводя крючок в одну стеночку, косичку, во вторую стеночку, вот она у нас сквозь как бы две стеночки, захватываем рабочую ниточку и делаем соединительный столбик с рабочей петлей. В следующую петелечку вводим крючок насквозь в одной стеночке и во второй, и точно так же продеваем рабочую ниточку, делаем соединительный столбик. То есть мы сейчас, смотрите, обе стеночки сшиваем соединительными столбиками для того, чтобы просто нам было удобно пришить это ушко к голове. Если мы оставим вот такой вот треугольничек, то он будет немножечко так болтаться, и, в общем, его будет не очень удобно пришивать и делать какую-то форму. А так мы уже сразу сейчас сделаем ему определенную форму ушка. И все, и оно у нас будет уже готовое для того, чтобы его пришить. Все, я сделала вот последнюю соединительную петелечку или соединительный столбик. А сейчас я вот эту косичку слаживаю вовнутрь. То есть, если вы посмотрите, у вас с одной стороны косичка, а с другой стороны просто столбики. Вот я слаживаю косичкой вовнутрь и, смотрите, поворачивая удобной стороной к себе, то есть вот она у меня рабочая петелька, я поворачиваю другой стороной и ввожу вот здесь вот в краешек. Вот здесь вот где-нибудь в столбик крайний с этой стороны и вытаскиваю рабочую петелечку сквозь этот столбик. То есть я соединяю две стороны, два уголочка. Продели и делаем одну воздушную петлю, вытаскиваем ниточку. Оставляем где-то сантиметров 12-13 для пришивания. Можете немножечко меньше, можете больше, как вам удобно. Вот, и сейчас вытаскиваем рабочую ниточку, у нас осталась только та ниточка, которую мы будем пришивать. Вот такое вот ушко замечательное у нас получилось. То есть мы сшили две стеночки и придали сразу ему вот такую замечательную форму. Теперь смотрите, что получается. У нас одно ушко готово, вы делаете аналогичным второе ушко. То есть две детальки ушка, голова у нас уже готовы. На голове еще у нас рожки, поэтому мы приступаем к вязанию рожек. Смотрите, сейчас я вам сразу хочу объяснить, что рожки и лапки у нас похожи по вязанию. То есть они не то, что похожи, они просто идентичны. Поэтому я сейчас сразу приступаю к лапке для того, чтобы показать, как вам, чтобы вам максимально было видно на белом цвете. Лапки у нас будут состоять из вот такой вот бусинки белого цвета и основы лапки желтого цвета. Рожки у нас будут состоять из бусинки черного цвета
и продолжение рожка желтым цветом. То есть я сейчас буду вам показывать на лапке. Рожки вяжутся точно так же, как и лапки. Берем ниточку белого цвета. Вот она у меня. И делаем кольцо амигуруми. Как всегда, наша стандартная такая вот процедурка. Это 6 столбиков без накидов кольцо амигуруми. Закрепили колечко и набираем. Один столбик, не затягиваем его первый столбик. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко за коротенький краешек ниточки. И теперь мы сделаем в каждую петельку из 6 прибавления. То есть из 6 в каждую петельку по 2 столбика, получится в конце ряда 12 столбиков без накида. Сразу я обвязываю краешек короткой ниточки. Итак, в первый столбик провязываю 2 столбика без накида. Во второй столбик провязываю 2 столбика без накида. В третий столбик или в третью петельку, как вам удобно. Далее в четвертую провязываю 2 столбика. Пятую наша прибавочка 2 столбика. И последнюю петельку, шестую, я провязываю последнюю прибавочку, то есть 2 столбика без накида, шестую петелечку. Сделали прибавление. И еще один ряд делаем прибавление, но чередуя столбик без накида, прибавочка, столбик без накида, прибавочка. Чтобы вам было удобно, вот этот краешек ниточки, который мы с вами завязали, вытаскиваем его вперед, отмечаем начало ряда и начинаем чередовать. Первую петелечку столбик, во вторую петелечку 2 столбика без накида. Третью петелечку столбик, далее 2 столбика без накида. И вот так вот чередуем. Нам сделать нужно 6 прибавлений. То есть в конце ряда у нас должно получиться вместо 12 столбиков уже провязанных 18 столбиков без накида вместе со всеми прибавлениями. Чередуем столбик 2 столбика. Нам сейчас очень удобно, так как отмечен начало ряда. И можно не считать. Итак, последний раз делаем столбик 2 столбика в последнюю петелечку, шестое прибавление. И сейчас можем вот эту ниточку, которая у нас на наружную часть отмечала начало ряда, мы можем ее просто отрезать. Она нам уже не нужна здесь. И теперь смотрите, мы можем поставить ее в начало этого ряда. Вот так вот отметить начало ей. И теперь 3 рядочка нам нужно провязать по 18 столбиков без накида. То есть если мы 3 умножим на 18, получается 54 столбика без накида. Хотите, можете сразу отсчитывать 54 столбика без накида. Хотите, можете использовать счетчик рядов, то есть как вам очень удобно. Хотите, можете каждый ряд просто отмечать началом ряда ниточкой, вот этой маркером. В общем, отмечаем начало ряда и начинаем провязывать 3 ряда без изменения в каждую петелечку по столбику. 18 столбиков без накида в каждом из 3 рядочков. Провязали 3 ряда столбиками без накида. А теперь смотрите, нам нужно поставить отметочку в начало этого ряда и сделать убавление. Так как у нас по кругу 18 столбиков без накида, нам нужно сделать убавление такое, как мы сделали последнее прибавление. То есть мы сделали столбик без накида прибавление, значит мы делаем столбик без накида убавление в первом ряду. Итак, провязываем столбик без накида, затем за 2 передние полупетли 2 столбиков последующих провязываем столбик без накида. Так я делаю убавление. Снова столбик за 2 полупетли следующих 2 петелечек. Делаю убавление, то есть точно так же, как мы делали на голове. Столбик и убавление. Так делаем 6 раз. Столбик, убавление. Нам сейчас очень легко убавлять, так как отмечено начало ряда. И мы видим, до каких пор нам нужно сделать убавление. Можно даже не считать эти 6 раз. Итак, провязали столбик. И следом делаем убавление за 2 передние полупетли. Провязываем столбик без накида. И последний 6-й раз столбик без накида. И убавление за 2 передние полупетли. Все, мы убавили 6 столбиков. Значит, 18 минус 6 у нас по кругу должно быть 12 столбиков без накида или 12 петель. И сейчас во втором ряду убавления нам нужно убавить
тоже, но 4 петелечки. То есть смотрите, мы не будем убавлять сразу подряд 6 убавлений, как мы делаем при стандартных условиях. Нам нужно оставить 8 петелек по кругу. Поэтому мы убавим 4 раза, продолжая провязывать столбик без накида убавления. То есть мы снова провязываем столбик без накида убавления, продолжаем как бы провязывать еще так 4 ряда. Ой, 4 раза. Не ряда, простите. Столбик убавления второй раз. Столбик убавления третий раз я делаю. Столбик убавления. И, наконец-таки, последний четвертый раз. Провязываем столбик без накида. И последнее убавление. При вязании рожков наших на голову вы будете делать все точно так же, только ниточкой черного цвета. И смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы, получается, по кругу оставили 8 столбиков без накида. Нам нужно сменить цвет. Как мы это сделаем? Смотрите, мы сделали последнее убавление. И прираспускаем немножечко полупетлю, то есть до тех пор, пока у нас на крючке остается 2 петелечки, то есть не провязанный до конца столбик убавления, я прираспустила. Вот они у нас 2 петелечки на крючке. Я сейчас помогу себе более тонким крючком. Если вам неудобно, прираспустите и перевяжите последнее убавление. Вот они у нас 2 петелечки на крючке. Берем ниточку желтого цвета. Точно так же и на рожке вы будете менять ниточку с черного цвета на желтый. То есть довязываем мы последнюю полупетлю желтой ниточкой. Подтягиваем. И я сразу уже, начиная с этого ряда, буду ввязывать вот эти вот 2 ниточки сразу в вязание. То есть чтобы у нас их не было. А затем я краешки эти буду обрезать. То есть я все как обычно делаю максимально закрыто и максимально, скажем так, чтобы меньше потом работы было. Убавлять кончики, убирать все. Мне потом, честно говоря, не всегда есть желание, поэтому я делаю это максимально быстро и сразу. И теперь смотрите, я провязываю по кругу, по столбику без накида в каждую петелечку. То есть я сейчас ниточкой желтого цвета провязываю 8 столбиков по кругу, которые у нас остались. Каждую петелечку провязываю по столбику без накида. А ниточки вот эти, которые я вязала, получается уже ниточка желтого цвета, краешек я ее отрезаю. Она мне больше не нужна, этот краешек. И беленькую рабочую ниточку, которой мы вязали вот эту вот бусинку, как я ее называю, бубочку, которая плавно перешла вот в такой вот столбик. Из 8 столбиков без накида по кругу мы будем вязать вот так вот просто вверх столбик. Но перед этим мы сейчас, смотрите, вот мы провязали 8 столбиков без накида по кругу, перейдя на желтый цвет. Перед тем, как переходить на основное вязание столбика желтенького вот этого, я вам предлагаю вот это белое, точно так же и в рожке, и в ножке, то есть в лапке, как они, ножки у нас, лапки, ручки, в общем, часть тела, скажем так, конечность. Вот, мы наполним вот этот шарик беленький немножечко наполнителем, холофайбером, то есть, ну, сильно плотно я вам не рекомендую забивать. Но при наполнении учтите, смотрите, чтобы рог у вас при вязании рога черного рожка был менее наполнен, чем лапка. Поэтому в беленький вы наполняете побольше наполнителя, чтобы он выглядел визуально больше. А в черненький меньше, то есть чтобы он выглядел меньше. После того, как мы наполнили, смотрите, у нас получается провязано по кругу уже переход на желтый цвет, 8 столбиков без накида. И теперь что мы будем вязать? Смотрите, главная особенность отличия рожек от лапок. Смотрите, мы будем высоту провязывать рожки до 7 ряда, то есть 7 рядочков вверх с 9 по 15. То есть мы сейчас провязали 9, вот с 9 по 15 у нас будет 7 рядочков для рожек, ну то есть там, где вы будете делать вот эту вот бубочку черным цветом. Для лапок
где вы сделали белым цветом, как вот я сейчас, то мы будем провязывать с 9 ряда, который мы уже провязали, по 17, то есть на 2 ряда больше. 9 рядочков вверх мы будем вязать всего желтым цветом. Я сейчас буду продолжать просто, уже вы видите переход плотный от цвета одного ко второму, то есть вы как при вязании рожек будете видеть уже отличие черного цвета от желтого, где вы сделали переход. Поэтому я отметочку в начале каждого ряда не ставлю. Я просто буду вязать по кругу, не пропуская ни одного столбика, не делая никакие убавления, прибавления. Просто по кругу эти 8 столбиков буду провязывать 9 рядочков. Для вязания рожек, я буду использовать черный цвет, повторюсь. Вязать все точно так же, просто длину вот этой палочки желтенькой или высоту, вот так вот можно назвать, желтенького этого цвета. Буду вязать лапок 9 рядочков, а рожек 7 рядочков. То есть я думаю, что здесь все понятно, все одинаково, все очень просто, поэтому продолжаем вязать 9 рядочков желтого цвета всего после перехода отсчитывать, а при вязании рожек 7 рядочков. То есть я думаю, что с этим вы справитесь. 2 детальки лапок, 2 детальки рожек. Довязали 9 рядочков в высоту. Высоту вы можете посчитать вот от начала ряда перехода. 2, 4, 6, 8, 9. Точно так же вы можете посчитать и 7 в высоту, когда будете вязать ниточкой черного цвета, переход на желтый. Итак, делаем первую петелечку, соединительный столбик. И отрезаем ниточку так, чтобы осталось для пришивания. Так как у меня здесь вот краешек ниточки окончился, то я, наверное, обрезать не буду, я просто им зашью. Теперь смотрите. Оставляем для пришивания, и вот эту часть желтенькую мы не наполняем. То есть мы, получается, лапки, где у нас будем вытягивать, смотрите, вот две детальки лапки, вытягивать, вот, как бы приплюскивать в длину. То есть смотрите, чтобы они у вас удлиненные были. А когда вязать будем рожки, вот, смотрите, точно так же они у нас короче, но мы их, наоборот, приплюснутые делаем. То есть, смотрите, они у нас более кругленькие, чем лапки. Лапки мы вытягиваем. То есть, если мы рожку вот так приплюскиваем, то лапку мы вытягиваем. Вот в чем разница. Я думаю, что здесь вопросов никаких не должно возникнуть. Все вяжем одинаково. Единственное, что лапки у нас длиннее, и вытягиваем. Точно так же наполняем вот эти вот букольки, белые и черные. Единственное, придаем им форму. В общем, у нас, в принципе, все детали готовы. Смотрите, голова готова, ушки, детальки готовы. Вот они у нас, ушки. Рожки точно так же готовы, лапки. И единственное, я вас попрошу еще сшить нашу вот эту вот как кружочек, туловище. Сшейте просто любым способом, желательно максимально аккуратнее между собой, то есть колечко, чтобы вам было очень удобно пришивать голову. Если же вы сделаете в виде подковы, то будет такая голова как бы оседшая, а так немножко как шея вроде бы есть. И вот здесь вот у нас будут пришиваться лапки. Вот они, лапки наши под голову, колечко. А перед тем, как пришивать в голове детальки, обратите внимание, смотрите, вот переход ниточки. Он у вас будет вниз, а сверху вы пришиваете аккуратненько рожки на одинаковом уровне друг от дружки, где-то через 2-3 рядочка между собой, отделив. И вот они, ушки, сразу после рожек, где-то через ряд можете делать, можете ближе, можете наоборот через 2 ряда дальше, то есть уже на свое усмотрение. В общем, мы сейчас начинаем сборку деталек на голову, а затем пришиваем лапки и голову уже непосредственно к самому колечку. Я думаю, что здесь тоже, опять же, сложности никакой не должно составить. Желательно перед тем, как пришивать детали, приложите их и даже можете приколоть булавками вот эти иголочки, которые или просто иголочки, для того, чтобы равномерно распределить детали по голове.
чтобы вы максимально ровно пришили и аккуратно это все выглядело. Детальки у меня пришиты, собраны, вот так получилось у меня. У вас, я думаю, тоже все получилось. И теперь мы включаем свою фантазию и начинаем украшать нашу игрушку. Смотрите, теперь можно нам для начала оформить личико. То есть берем, вдеваем ниточку в иголочку желтого цвета. У меня это желтого, хотите, можете черного, можете любого другого цвета. И нам нужно сделать два красивых одинаковых стежка на красивом вот таком вот равномерном расстоянии друг от друга. Затем мы пришьем глазки. Предварительно так приблизительно посмотрите, где они у вас должны располагаться. Глазки у вас могут быть любого диаметра, как совсем маленького, так и побольше. Сильно большие я не рекомендую брать, так как это будет выглядеть очень некрасиво. А вот приблизительно можно вот такого размера, или же поменьше, наоборот, еще меньше вот такого размера. То есть на одинаковом расстоянии друг от друга мы смотрим и пришиваем глазки. Два стежка желтым цветом делаем на мордочке вместо носика. Затем вы можете по желанию прицепить либо вязаный шарфик, либо просто какой-то кусочек ленточки красивой, яркой на ваше усмотрение. В общем, начинаем украшать и придавать красивый вид нашей игрушке на свой вкус. Я надеюсь, что вам осталось все понятно и было интересно вязать, поэтому, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, пока-пока!